Воротничок собран, вот он перед нами, я еще дам фотографии, сейчас мы его еще на манекен повесим, на манекене посмотрим. Вот он, воротник перед нами. Девчата, все записывайте, все запоминайте, задавайте вопросы, если что-то непонятно. И помните, что вы профессионалы, вы самые лучшие. Воротник вырезали, теперь мы его собираем и посмотрим в собранном виде. Вот это обрезки, которые у нас остались от воротника. То есть мы из шкурки с вами смогли забрать все самое лучшее, а все самое ненужное отрезали и выкинули. Ну и как мы с вами вместе видим, мы вернее не видим ни одного шва. Хотя они там есть. Давайте вот так перевернем. Вот. Швы есть, а отсюда их не видно. Воротничок у нас еще станет синдипон. Он надуется, постирается. И будет великолепный вот такой шикарный воротник английский с большими лацканами. И как видите на манекене, он ниже талии даже. Вот лацкана опускаются ниже талии. Талия вот она на манекене, а лацкана уходят вот аж ниже талии. Глубокий, очень красивый, стильный английский воротник.